добро, оно разное бывает. Иногда добро, вот, ну, на примере, как я считаю, да, человек увидел личинку у бабочки, которая, ну, тяжело вылупляется с этой личинки, и помог ей. Получается, эта личинка не окрепла, и бабочка тем самым погибла. То есть добро, оно всегда должно быть в меру. Акция добра от московского комсомольца. Аттракцион невиданной щедрости. Всем привет! Сегодня мы решили сеять доброту. Я буду раздавать прохожим деньги. Посмотрим, как они на это отреагируют. Здравствуйте, можно я просто так подарю вам 50 рублей? Почему? Ну, они правда не сделают мне погоду в лучшую сторону или в худшую. Деньги – это грязь? Can I give you teacher rubles? No? Why? Why? Человек предложил мне отдать эти деньги тому, кто на самом деле в них нуждается. Почему? Просто так? Нет, не надо. Ну почему? 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 Вы можете кому-то их передарить. Запустим эстафету добра. Спасибо, мне и дарить некому. Наверное, это очень грустно, когда некому сделать добро. Можно я подарю вам 50 рублей? Просто так. Спасибо. Скажите, а вы часто делаете какие-то добрые дела? На этой неделе часто. Что-то можете вспомнить? Ну, просто там. Ну, делаем часто дела. Может, это вам, это вам. Не-не-не-не. Это мы вам, да, да, конечно. Спасибо большое. А какие можете вспомнить? Вот бабушку через дорогу перевели. Ну, я людям вообще помогаю, я доктор. Доктор? Да. А, ну вы каждый день делаете. Да, еще дай 50 скажите, рублей. Еще да, дай 50 рублей доктору. Да, это отлично. А скажите, как доктор, когда вы делаете хорошее дело, это полезно для здоровья, для сердца? Это отлично. Это настроение поднимает, это радость в душе, это, ну, сам становишься здоровее, наверное, благодаря этому. Казалось, у вас хорошее, доброе лицо, и вы точно знаете, как распорядиться этими деньгами. Чтобы сделать себе. Я нищим отдам. Часто делаете какие-то добрые поступки? Можете вспомнить на этой неделе что-то? Да. Вчера, например, ходили в Каре, мы просто сами вообще из Питера, и нам дали жетон на скидку 30%, и мы отдали вот женщине, которой, видимо, денег не хватало. Мы с ней поделились скидкой просто. Что такое добро? Добро – это просто любить всех, чтобы в ответ любили тебя. Не надо, мама. Да? Может, зла тогда станет меньше. Вот просто любить. Не только своих родных, близких, знакомых. Просто любить людей. Можно полтинчик одной головки, полтинчик другой. Ну, добро – это, наверное, доставить радость, счастье, принести какое-то приятные моменты дорогим и близким людям. Добро, наверное, можно связать с волонтерством. То есть, когда человек готов поделиться последним, что у него есть, просто потому, что ему хочется. Добро – это угостить кофе, добро – улыбнуться ребенку. Вот что такое добро. Добро спасет мир, я считаю. Что одному добро, а другому очень нравится. И ты начинаешь думать, а добрый ли ты? Вот так. Просто так, не надо. А вы можете нам сказать, что такое добро? Это приносить людям добро. Вот мы хотим принести не вам надо добро. Не надо мне такое добро, мне вполне хватает. Когда молодежь не выходит на вот на площади, тоже добро. Добро – это когда помогаешь людям, когда улыбаешься. Конечно. Потому что люди-то не поймут, если мы начнем им давать 50 рублей. Надо же знать, кому-то отдавать, правильно? Добро в деньгах не меряется. Только поступки могут. Добро тогда поступки. Я работаю бариста, и вот когда, например, у меня ребенок заказывает какао, я прям вижу такой, типа, о, это ребенок, типа, нарисуй ему мишку. И мне прям очень приятно, когда, типа, ребенок видит, что там нарисована какая-нибудь кошечка или медведь, и он такой, блин, вау, как классно. И я такой, типа... По-русски я плохо знаю. Ну хорошо, возьмите все равно, возьмите. Спасибо. Помочь людям добро. А как вам кажется, в деньгах есть добро, а не приносит счастье? Ну, если люди нуждаются, я думаю, что да. Можно вам просто так подарить? Вот 50 рублей. Просто так? Можно, наверное, вообще. Вот уже улыбнулся, уже добро. Берите, пусть доброты будет больше. На динозавр, сказать динозавр. На динозавра? Да.
Да, бери. Машина, динозавр. Да, бери на динозавра. Сегодня мы просто так раздавали деньги москвичам. Как это ни удивительно, они не очень хотели их брать. Деньги брал, наверное, каждый десятый. Многие говорили, что деньги не приносят счастья и добро не в деньгах. Чаще всего сегодня люди говорили нам, что настоящее добро – это совершенно не деньги, а любовь. Что надо просто любить всех вокруг себя.